Ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Короче, друзья, смотрите-ка, чё, опять новых китайских вещей. Традиционная китайская шляпа, булочка для волос с иной шпилькой. Какая-то булка, это волосы. И лев-фонарь. Короче, какие-то китайские вещи. Очки для богатства у обу. Перевернутая китайская чаша. Короче, вот я вам их и показал, а теперь мы их забираем быстренько. И они будут действительно на минутку. Еще раз уже, который раз эти вещи действительно неделю. Забираем их вот так вот. Тут ограничено на неделю. Прямо подписано это каждой вещичке. И мы так. Давай, забирайся. Алло. Все четко. Короче, сейчас быстренько их примерим еще, вот так вот, на каждую тыркнем и посмотрим сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту, вот так вот, бум, и вот так вот. Еще вот это вот, волосы, ну, мне не особо нравится. Так, фонарик, ну, прикольно, кстати, выглядит один. Очки еще, но из-за того, что у меня сейчас очки другие одеты за робуксы, я, естественно, какого, короче, потом... Примерю, как они смотрятся нормально, нет. И перевернутая китайская чаша. Короче, истинный китаец. Короче, вот я показал, как все, чего забирать. Короче, ограничено на неделю. Обязательно, как вы в течение недели забирайте обязательно. На все эти вещи будет есть ссылочка в описании. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь. И всем пока.